Опять же... Всем привет, с вами я, Енотик, мы сегодня играем в Brawl Stars, и, как нам сказать, вчера я выпустил ролик новый. Я там как-то придумал что-то сделать, но у меня, походу, вышло. И там мне еще какую-то фигню там сделать, типа с петухами, и с носатами, и с оцелотами. Там очень было, типа, фейерверк, красиво очень было. Так, ну, сегодня мы будем играть в Brawl Stars, и, как вы видите, я в как... называюсь как-то... Я не вижу. Ну, короче, вы, наверное, видите, я пока не вижу. Бля, сейчас скажу. Ну, там еще... А, ну понятно. Бля, подождите. О, не. Вот это наша группа с моим другом-ютубером. Ну как он? Он мне брат. И мы всегда с ним играем в команде там. Может, вы нас видели. Ну, пишите в комментарии, кто ходит в нашу группу. Мы добавим. Мы будем каждого добавлять. Если кто-то не будет нас слушаться, мы сразу его выгоним из команды. А так уже погнали. Сейчас играем. Давайте вот так. И... Я сожалею, что опять так долго не выпускал ролики. Мне стыдно. Сказал, как будет каждый день, а правда нет. Ну как я не успеваю? Я не могу успеть. Ну окей. Так, сегодня... Может, я выпущу два ролика. И скоро я буду выпускать стрим. В ночи буду играть 24 часа. Brawl Stars. Мне не очень хочется Brawl Stars только играть. Пишите, что какие игры можем сыграть 24 часа. И будет полный стрим. Мы здесь с другом онлайн как было. Типа вместе как могли играть. Там типа Агарио, Стендов, Brawl Stars. Или... Ну, не помню, там еще дальше. PUBG, PUBG. Ну, там много есть вариантов, можете писать. И давайте вы... Чем скорее напишите, какие игры мы там выберем. Там пара игр. И сыграем. Надеюсь, мы хоть выдержим играть. И, наверное, будет очень сонно. Надеюсь, что вы напишите и посмотрите эти ролики. Так, эти ролики. Ставьте лайки, еще больше роликов. Надеюсь, что будет хоть 3 лайка. Ну, и я очень надеюсь, чтобы у нас много... Хочу пропиариться, типа, как, типа, популярным, я хочу так пропиариться. И, ну, это, что ты за херню несёшь? Все хочет, кто снимает, пропиариться. Скоро
будет еще один ролик, могу сказать какой. Типа будем писать в Инстаграме, типа всем, кто имеет галочки на популярность. И надеюсь, вы наберете сколько лайков я хочу. Хоть 5 лайков, и выйдет это видео. Я уже пары имею в друзьях популярных ютуберов. В Инстаграме это правда. Могу даже сказать, какие. Там я мало имею. Вы, наверное, знаете Элиди, Алоэ Веру, там пипец бывает. Я ей там кидаю фотки, а она потом в YouTube там делает. Ну, короче, там с Элиди, Капитан Костя, там дальше уже не помню. Влад А4, ну что там, какая-то была маленькая девочка, я не помню. Наверное, Вики Шоу там называется. Да, походу. Ну, я надеюсь, что... чтобы вы наберете 5 лайков, и мы это все сделаем. И... надеюсь на вас. Чтобы вы не сделали бы, типа, как вам сказать, чтобы вы, блядь, короче, какую херню здесь несу, чтобы вы не сделали. Короче, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Что я могу пока сказать? Точно. Напишите в комментариях. Мне может покупать вот такого скина? Не надо. Давайте пишите в комментах. Я куплю, если нужно будет. Но если вы напишите, давай покупай. Конечно. Окей, давай я не буду возьму. Хорошо. Блин. И что у меня теперь такого? У меня со зрением очень плохо. Я не вижу. Ну, я стараюсь выпускать ролики. Я надеюсь, не дойдет мое зрение до очков. Будет очень плохо. Если дойдет, все можно мне на канал сделать. Не там пойти. Это хороший дальник там. Ладно, что мы будем сегодня делать? Я, наверное, буду уже постепенно заканчивать Brawl Stars. И начну уже теперь играть на Не переключайтесь. Не. Еще есть. Короче, не переключайтесь. Ну вот я и в Майнкрафте. Я так подумал, если я буду просто дом строить, и или лучше деревню мне типа сделать свою деревню собственную. Типа сам все сделать нужно будет. Я подумал, и лучше самому деревню сделать.
Ну и буду сам деревню делать, конечно же. Так, я уже потерялся здесь. Так, вот. Где эти спинки? Нет. Что здесь за фигня была? Окей, дайте я выключу мобов агрессивных. Так, все вырву. Дайте, где-то я буду здесь вот делать. Ну, вам, наверное, это не будет интересно, как я его сделаю. Ну, я буду врубляться, когда я буду, хоть наполовину сделаю, я врублюсь тогда. Ну вот, я и заканчиваю уже. Надеюсь, вам понравится этот дом. Сейчас докончу крышу и к вам присоединюсь. Ну, короче, я вот сделал вот такой вот домик. Ну, это первый, короче. Бля, я сломал. Ой, нечаянно. Ой, бля. Лучше здесь быстрее взять. Сейчас все починю. Тыщ, тыщ. Все. Вот такой вот домик. Я пока ничего не обустра... Бля. Я пока ничего не обустраивал. Я хотел с вами. Ну вот и буду с вами вот обустраивать. Вот здесь, вот здесь. А вы пока напишите в комментариях, как этот домик. Здесь будут сундуки. Надеюсь, это открывается, да? Вот. И здесь. Вот здесь. Вот две кровати. Да, здесь будут две кровати. И вот здесь две. Ну, еще давайте вот здесь две. И у меня вырубил сзади, и на этом моменте у меня вырубил.